vedi il piatto. Ok, sta muscendo un po' più da questo poco. Ma questo mi è cambiato proprio perché si vede che ti... В прошлом году, согласно нашей статистике, товарооборот между странами составил 41 миллиард долларов, выполнив досрочно на 7 лет поставленную главами государств планку в 40 миллиардов. Сегодня обсуждаются более амбициозные цели. Среди 45 современных промышленных проектов, 26 проектов реализованы. Они охватывают такие сферы, как металлургия, машиностроение, производство стройматериалов, инфраструктура. Наше сотрудничество в области нефтегаза, атомной энергетики тоже продвигаются ускоренными темпами. Было решено активно развивать партнерство не только в сфере торговли, инвестиций, но и в развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта. Китай заинтересован в поставке высококачественной продукции из Казахстана. Правительство готово оказать содействие китайскому бизнесу в реализации взаимовыгодных проектов в производстве и глубокой переработке сельхозпродукции. В сложной геоэкономической ситуации растет актуальность развития транзитного и транспортного сотрудничества. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» и Транскаспийский международный транспортный маршрут дополняют друг друга и преследуют общие цели. Мы обсуждали вопросы повышения пропускной способности железнодорожных и автомобильных дорог, станций и строительства третьего железнодорожного переезда. Все эти шаги направлены на улучшение благосостояния наших народов.